На фотографиях изображены Тамара Памятных и Мефодий Жежель. И эти люди внесли немалый вклад в историю нашей страны. Так, Тамара Устиновна, летчица 586-го женского истребительного авиационного полка, за годы Великой Отечественной войны совершила 205 боевых вылетов и сбила два немецких бомбардировщика. В воздушном бою 19 марта 1943 года в паре с Раисой Сурначевской отразили налет группы из 42 бомбардировщиков, сбив при этом 4 самолета. За это они были награждены орденами Красного Знамени. Еще один герой, Мефодий Петрович Жежель, родился в 1920 году в селе Верхняя Монаш Канского района. Учился в Канске. В свой первый бой он попал под городом Волоколамском. Затем он уже в составе 16-й армии генерала Рокоссовского воевал у Высоковска, Клина, Можайска, Солнечногорска и Звенигорода. В бою возле Белгорода Мефодию Петровичу довелось отличиться. Он, выполняя личное поручение маршала Тимошенко, получил ранение, но задание выполнил и продолжал воевать. За боевые заслуги он получил медаль за отвагу. Сегодня выбрасывают эти портреты. Или то, что год кончился юбилейный. Но память-то должна остаться у людей. Тех, кто защитил нашу родину от фашистских захватчиков. Судя по оформлению, эти портреты пронесли 9 мая в колонне бессмертного полка в Канске. Чтобы разобраться, кто мог так кощунственно поступить с памятью наших предков, мы обратились к координатору бессмертного полка в нашем городе. Чаще всего портреты фронтовиков на параде, на шествии 9 мая несут только родственники. Исключение составляют, например, ученики 11-й школы. Они занимаются исследованием, историями своих героев мелькомбината. И поэтому они подготавливают портреты и несут их самостоятельно в полку. Но чтобы родственники выбросили портреты своих фронтовиков в мусорку, мне кажется, это какой-то нелепый случай. И я очень надеюсь, что это произошло случайно. Портреты мы передали в штаб бессмертного полка, где нам пообещали, что память этих фронтовиков не будет забыта. В День Победы их фотографии пронесут по главным улицам Канска, а также попытаются разыскать родственников героев. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.